Следующий мой испытуемый — это Том Фордик Нуар де Нуар. Вот этот ароматик уже намного интересней. Он, естественно, сложнее, чем предыдущий. И он раскладывается очень сложно. Он сначала мне стартанул Шанель номер 5, Палома Пикассо, вот этими бабуськинскими нотами. Да, я даже сначала не поняла, думала, может, не то положили в пробирочку. Вот. Потом, что с ним происходит? А происходит с ним вот что. Он показывает тоже аромат розы, но она уже не то чтобы сироп из лепестков. Она какая-то более пряная. Вот из чего у меня первое впечатление сложилось, что духи больше мужские. И вот эта пряная роза, в которой играет и Шанель номер 5, уходит. И Палома Пикассо тоже, которая уходит. Остается пряность, роза. Так, и только не падайте в обморок. Там идет гуалтеревская свиная пометная история. Как в ароматах стеркус и пардон на самата. И по итогу, вот я поносила 3 часа Том Форд Нуар де Нуар. Он абсолютно не впечатляет черным цветом. Он называется Нуар де Нуар. Нет, это... Он вообще какой-то уникальный, я его ни с чем не могу сравнить. Для меня он больше мужской. У меня осталось от него, значит, помет свиньи, пряность розовой тычинки и, возможно, какие-то орехи макадамия в отголосках. Но превалирует роза с перекрытием вот этим... стеркуса, что ли. Короче, он очень сложный.